Москва, Санкт-Петербург, Якутск, Вологда и Ульяновск. В 5 городах России одновременно прошла церемония гашения марки с изображением Владимира Ленина. Марка входит в состав так называемого конверта первого дня. Гашение проводится специальным штемпелем, который действует всего один день. Подобные марки всегда пользуются большим спросом у коллекционеров. И филателисты очень просили, чтобы гашение прошло на родине Ленина. 29 лет в нашей стране не выходила марка с портретом Владимира Ильича Ленина. И вот в честь 150-летия со дня рождения в Российской Федерации выходит марка. Это 64-я страна в мире, ну мы же не считаем СССР, которая выпустила почтовые марки с изображением Владимира Ильича Ленина. Кстати, последняя ленинская марка 1991 года гасилась тоже в Ульяновске. И одновременно это был первый конверт первого дня для нашей области. Всего с того времени их выпущено 6. Вот такое интересное историческое совпадение. А нынешняя ленинская марка планировалась к выпуску еще 2 года назад. Она должна была идти в комплекте с 2 другими марками, посвященными основателям научного коммунизма – Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу. Филателисты области получили не только заветные почтовые знаки, но и награды за вклад в продвижение дела коллекционирования. Одновременно в Доме музея Ленина открылась выставка «Оружие Победы. Боевой карандаш». Она приурочена к годовщине начала Великой Отечественной войны. Здесь мы постарались собрать какие-то наиболее яркие, яркие элементы, связанные именно вот с тем периодом, отвечающие как раз вот, и показывающие весь ужас тех событий того периода. То есть, и как бы так гармонично в себе объединяющие и рассказывающие, и связанные с нашей областью как раз. То есть, ну, что происходило. На выставке представлены образцы оружия и плакаты ленинградских художников военного времени. Планируется, что экспозиция станет предтечей выставочного зала, посвященного оружию и технике. Его открытие запланировано на сентябрь 2020 года. Егор Титов, Юрий Ломатов, новости Управда ТВ.